В конце 50-х годов в Советском Союзе началась настоящая космическая горячка. После запуска первых спутников, а потом и космонавтов, в обществе утвердилась вера – космос покорен. Скоро на Марсе будут цвести яблони, а люди полетят в космос по профсоюзным путевкам. Об этом твердили популяризаторы, фантасты и художники. Почти все школьники бредили полетами к звездам. Прошло несколько лет, но полетов людей к звездам или хотя бы на Марс не было. А небольшие орбитальные станции, которые мнились прообразом космических городов, так ими и не стали. Из года в год они летали по орбите, и на них, как сообщалось, проводились какие-то важные эксперименты. Эта обыденность постепенно усыпила энтузиазм общества, и он сменился охлаждением космической темы. Однако публика тогда не знала главного. На космос шли огромные ресурсы. Они были новейшей ставкой на кону интересов сверхдержав, земных соперников, погруженных в заботы, очень далекие от организации массовых круизов на другие планеты. Москве и Вашингтону был нужен другой космос, военный и научный. Сама мысль подсмотреть за противником, увидеть и отследить, а что там происходит сейчас, в данную минуту, давно соблазняла стратегов. В 19 веке техническая мысль приспособила для этого воздушные шары. В начале 20 века состоялся триумфальный дебют военной авиации. Ее главной задачей поначалу была именно разведка с воздуха. Глаз в небе стал обыденностью. Но, что удивительно, идея разведки с помощью ракеты старше даже самой авиации, ровесницы 19 века. Можно считать, что в первом чтении она была сформулирована на родине многих военных новаций – в Германии. Еще до Первой мировой войны был такой немецкий инженер Альфред Мауль, который ставил на небольшие пороховые ракеты фотокамеру и снимал местность с них. Эти ракеты было труднее гораздо перехватить, чем, скажем, самолет или аэростат. Сбить, опять же, труднее. Однако уникальная научно-техническая идея Мауля тогда не получила практического развития. Но, как это часто бывает, вброшенная в мир, она зажила самостоятельной жизнью. У Альфреда Мауля нашелся последователь, его соотечественник, хотя он и был инженером уже другого поколения. Первое такое вот конкретное упоминание об использовании космического пространства для целей разведки можно найти, например, вот у основоположника космонавтики Германа Оберта. В его книгах 20-х годов «Ракета мешает пространство» мы уже можем найти описание регистрирующей ракеты, так называемой, которой он предлагал установить кинокамеру и с высоты порядка там, 30-40 километров снимать местность. Опять же, территорию противника. Герман Оберт родился в 1894-м. Первую ракету на жидком топливе запустил 7 мая 1931 года около Берлина. С 1941-го консультант центра в Пенемюнде. Участвовал в создании ракеты Фау-2 под руководством Вернера фон Брауна. С 1943-го работал над созданием твердотопливных ракет. После войны жил в Швейцарии и Италии. В 1955 году по приглашению фон Брауна работает по ракетной тематике в США. Оберт – один из корифеев ракетной техники, человек общего ряда с Циолковским, Цандером, Кондратюком и Годдартом. Еще в довоенных публикациях, а именно в 1929 году, писал не больше не меньше, как о создании космической военной станции. Предлагал использовать космическую станцию, обитаемую, то есть космонавтами, на которой можно было бы разместить телескоп, хорошую оптику и наблюдать за земной поверхностью через эту оптику, чтобы как бы вот различать мельчайшие детали, опять же, какие-то сооружения противника, перемещение его войск. А космонавты должны были бы, наблюдая за этими перемещениями, сообщать о них на базу. С помощью, тогда еще не было, считалось, что возможно радио,
что, возможно, радио не может быть использовано в космосе, и поэтому предлагалось с использованием световой передачи. Практическое начало военного космоса пришлось на 40-е. 42-й год, Германия. Детище Вернера фон Брауна, первая баллистическая ракета Фау-2, совершает успешный полет. В экспериментальных запусках она поднималась на высоту более 100 километров, что считается нижней границей космического пространства. Фау могла нести груз в тонну весом. После войны победителям, Советскому Союзу и Соединенным Штатам, достались богатейшие научно-технические трофеи. Фау-2 испытывались и у нас, и у американцев. Первая советская баллистическая ракета Р-1 была ничем иным, как точной, вплоть до заклепок, копией немецкой. Выдающийся советский ракетный конструктор Сергей Павлович Королев не любил этот гибрид, изготовленный по немецким чертежам из советских материалов конца 40-х. Летала она плохо, из-за низкого качества. В конце концов, ракету заставили летать, а больше того, создали, с учетом опыта, ракету уже Р-2, которая уже могла летать на расстояние 600 километров, ту же тонну доставлять. И дальше уже пошла линейка ракет. Но самым главным прорывом было создание ракеты Р-7, которая уже практически ничего не имеет общего с немецкой ракетой. Она сразу настолько превосходила все, семерка настолько превосходила все существовавшие на тот момент ракеты, что давала серьезные как бы преимущества. То есть с ее помощью уже сразу можно было запускать не только аппараты на орбиту, но сразу аппараты к Луне, то есть развивать вторую космическую скорость с дополнительным блоком разгона. От старта Р-1 до «семерки» прошло всего 10 лет. Но за это время произошел прорыв в новую техническую эру. В августе 1957-го ракета Р-7 полностью выполнила намеченный план полета. Сообщение ТАСС об успешном испытании в Советском Союзе сверхдальней многоступенчатой ракеты произвело огромное впечатление на американцев. Появление Р-7 означало, что в руках СССР появился транспорт для доставки атомной бомбы планетарного масштаба. И уже настоящий шок вызвало сообщение о запуске той же ракетой 4 октября, а потом 3 ноября 1957 года первых спутников Земли. Позже президент США Кеннеди признался: «Когда мы узнали о запуске русскими искусственного спутника Земли, мы пришли в шоковое состояние и в течение недели не могли ни принимать решения, ни разговаривать друг с другом». В Советском Союзе торжествовали и народ, и руководство страны. Но особенно триумфатором выглядел Никита Хрущев. «Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появится рядом с ними американские и другие спутники и составить содружество спутников». Такое содружество, такое соревнование будет куда лучше, чем соревнование в гонке вооружений, в производстве смертоносного оружия. Осень 57-го изменила многое. Американцы резко активизировали свои работы по военному космосу. Еще недавно им казалось, что они впереди. Ведь в Штатах уже задолго до этого шли работы в области средств космической разведки. В Соединенных Штатах началось, как бы сказать, предэскизное проектирование разведывательных спутников в 1947 году. Но только в 1954 году началась полномасштабная их разработка. И, наконец, в феврале 1958 года президент Дуайт Эйзенхауэр подписал полномасштабную программу создания оптических разведывательных спутников системы «Корона». Советская космическая разведка теоретически началась еще до запуска первого спутника. Пока это была техническая идея о возможности использования искусственных спутников Земли для стратегического слежения за противником. А это открывало заманчивые перспективы. Территория США тогда была недоступной для авиационной разведки,
и представляла собой огромное белое пятно. В Советском Союзе еще не знали, что ЦРУ уже объявила технический конкурс по спутникам-шпионам. Рассматривались тогда три варианта. Это вот понятный вариант — сделать телекамеру и передавать данные непосредственно с телекамеры. Второй вариант – это снимать на пленку, проявлять ее прямо на орбите, а потом уже с помощью телекамеры, опять же, передавать эти данные на Землю. И либо третий вариант – соответственно, снимать на пленку, потом эту пленку запаковывать автоматически в некую капсулу и сбрасывать ее на Землю, где подберут, проявят, уже изучат. В новых условиях американцам спутник нужен был немедленно. Поэтому они выбрали третий, наиболее простой вариант с минимальными техническими рисками. Проект предложила фирма Lockheed. Руководил же всей программой создания спутников разведки инженер Ричард Биссел, создатель знаменитого высотного самолета-шпиона У-2. А название спутника «Корона» родилось у Биссела совершенно случайно. Биссел надиктовывал своему секретарю аспекты программы, как это будет все выглядеть. Ему в какой-то момент понадобилось придумать название для спутника. А его сотрудник печатал на машинке «Смит Корона», он предложил сразу «Корона». Так оно и закрепилось. Сначала предполагали, что спутников «Корона» будет всего 20 штук, и их запустят в течение 2 лет и забудут об этом. Как раз появится вот этот новый спутник. Но, как это часто случается в технике, то, что создается временно, оказывается самым надежным и эксплуатируется потом многие-многие годы. Шпионское содержимое «Короны» заключалось в возвращаемом аппарате. Он обгорал в верхних слоях атмосферы, потом отбрасывал теплозащитный щит и оставался круглый контейнер, который прозвали «ведром» — капсула с фотооборудованием. На большой высоте он выпускал сначала маленький, а потом более крупный парашют. Американцы очень много экспериментировали с приемами захвата важного груза, который как приземлялся, так и приводнялся. Отрабатывали даже экзотический способ перехвата капсулы в воздухе и с воды с помощью самолетов Си-119, оснащенных специальными тросами с крюками, кошками. Но этот способ оказался сложным и не очень надежным. Первые запуски «Короны» на каждом шагу сопровождали неудачи. Запустили 12 аппаратов. Первые 4 просто не вышли на орбиту. Терялись, прогорала спасаемая капсула с фотопленкой, сама пленка в вакууме крошилась или ссыхалась. Думали даже, что программу закроют. Но Дуайт Эйзенхауэр продолжал ее поддерживать. Первый спутник по программе «Корона» был выведен только в августе 1960 года. Но со временем, где-то вот порядка уже в 60-м году, эти спутники, конкретно в 60-м году, стали называть, что это спутники идут по программе «Discoverer», то есть исследователи. И они научные спутники, несут научную аппаратуру и на всякий случай занижался их вес. Ну, чтобы в Советском Союзе подумали, что спутники такого небольшого веса могут внести только научную аппаратуру. Легенда прикрытия была такова, что вот проводится испытание новой космической техники, которая в дальнейшем будет использована для биологических экспериментов, для запуска мышей, там, обезьянок. А сейчас пока отрабатывается техника. Для американцев спутники разведки помогли восполнить пробел в тех сферах информации, которая не могла быть получена агентурным путем. И когда после многих неудач с «Короной» дело все же пошло и были получены первые снимки, то результат превзошел все ожидания. Американцы считают, что с появлением программы «Короны» космическая разведка вступила в свой новый этап. Результаты были ошеломляющими. Только в одном полете удалось снять около 1000 метров пленки и охватить примерно 2,5 миллиона квадратных километров территории Советского Союза. Особое восхищение у американцев вызвало то, что объем полученного фотоматериала превысил ранее существовавший и собранный благодаря легендарным самолетам-разведчикам У-2.
Главным достижением было не столько высокое качество снимков, сколько то, что на них попало. Советские объекты, о существовании которых Центральное разведывательное управление США даже не подозревало. Например, строительство секретного космодрома в Плесецке. Но к досаде американцев иногда со спутниками случались конфузы, когда их фотокапсулы приземлялись не там, где их ждали, но, главное, не там, где надо. У американцев такие случаи были. Они начали запуски по программе Discoverer в 1959 году. Это как раз вот возвращаемые капсулы. Они, их, как зона посадки у них была прибрежная полоса Тихого океана, там около штата Калифорния. Но так как еще системы управления схода с орбиты в те годы не были отработаны, то бывали случаи, когда они промахивались. Но вот из того, что достоверно известно, это одна капсула попала на территорию России, одна из первых, что, в общем-то, позволило нам кое-какие американские секреты использовать в дальнейшем в своих интересах. Одна капсула попала в Южную Америку. Ну, это вот то, что достоверно известно. Ну, а согласно косвенным данным, еще они две капсулы утопили в Тихом океане, и одна где-то затерялась то ли в Индонезии, то ли в Юго-Восточной Азии. Слежка с орбиты перестала быть тайной. Информация о том, что американцы шпионят за нами из космоса, стала известна в Советском Союзе и вызвала у Хрущева бешенство. Хотя именно тогда в плане Совета министров СССР и ЦК Компартии о развитии космонавтики на 60-й год был пункт о разработке пилотируемого корабля, в том числе и для целей наблюдения за земной поверхностью. Хрущев кричал, говорил, что все, ваши спутники будем сбивать, как мы сбили У-2, и вообще, что это за манера подглядывать в чужую спальню, то есть требовал запретить, наши дипломаты все время требовали запретить в ООН спутниковую разведку, и даже возникали опасения в политических кругах, что Советский Союз может потребовать вообще запретить спутники как таковые, даже до этого, но это, конечно, страх и глаза велики. В Советском Союзе космическая техника первое время была сосредоточена в руках одного конструкторского бюро. И его руководителя, человека номер один всей советской космической программы, как пилотируемой, так и беспилотной, Сергея Павловича Королева. Поэтому его КБ и разрабатывало первый разведывательный спутник «Зенит-2». На эти спутники ставили три длиннофокусных фотоаппарата, которые с высоты в 200 километров охватывали полосу шириной 180 километров. Советский космический разведчик «Зенит-2» делали на основе космического корабля «Восток». У нас, в отличие от американцев, как раз была унификация. Замечательный корабль «Восток», на котором летал Юрий Гагарин и все первые космонавты, он позволял, просто убрав из него кресло космонавта, системы жизнеобеспечения, расположить там оптику, систему управления этой оптики, то есть фактически использовать пилотируемый корабль как спутник фоторазведки, и при этом вот этот вот возвращаемый аппарат, в котором Гагарин возвращался на Землю, и все остальные космонавты, использовать именно как спускаемый аппарат, в котором эти пленки и оборудование будут возвращены на Землю. Первый советский спутник фоторазведки вывели на орбиту 26 апреля 1962 года. Он отработал в космосе 3 дня и совершил посадку в расчетном районе Средней Азии. Первым отечественным космическим разведчиком был «Зенит-2». Вот, первые его испытания прошли в начале 60-х годов, в 62-м году. Официально, естественно, эту систему не афишировали, и официально она имела название «Космос-4». Фактически, эта система открыла эру космической стратегической разведки. Когда данные поступили в Главное разведуправление, для просмотра снимков был приглашен Королев.
Вот он был удовлетворен результатами съемки данных, вот, и попросил даже разведчиков пригласить его сотрудников для того, чтобы они полюбовались пейзажами Америки. Снимки, естественно, показали главе государства Никите Сергеевичу Хрущеву. Тот в присущей ему манере резко ответил, что надо создавать таких спутников систем больше, вот, и смотреть за нашими недругами дольше. Когда, значит, снимки принесли и показали Хрущеву, он был страшно удивлен и обрадован, потому что прекрасно видели все самолеты на аэродромах, там на американских, ракеты и все остальное. Поэтому космическая разведка – это такая непревзойденная разведка. Американские спутники разведки в советской пропаганде стали притчей во языцах. Средства массовой информации присвоили американским космическим аппаратам разведки ярлык «спутник-шпион». О таких же наших аппаратах, которые появились позже, ничего не говорилось. По американскому примеру, для них придумали ложное название. 10 марта 1964 года система «Зенит-2» была принята на вооружение. Сейчас это кажется невероятным, но на это ушло всего лишь 2 года испытаний и всего 5 лет со дня запуска обычного спутника. 1964 года все системы, которые выводили на орбиту, назывались космосами. Космосами назывались и военные, и гражданские спутники. С начала запуска программы «Космос» в 1962 году число спутников перевалило за 3000. Советская космическая разведка с этого момента состоялась практически и тут же стала одной из величайших тайн государства. Организационно она вошла в систему военной разведки ГРУ Генерального штаба вооруженных сил. Но создавать ее пришлось не на пустом месте. Можно с определенной долей точности сказать, что космическая разведка выросла как раз из радиоразведки. Но поскольку космическая индустрия тогда только становилась на ноги, и своих аппаратов слежения было очень мало, обратились к главному разведывательному управлению, потому что это была единственная, скажем так, организация, военная разведка, которая могла отследить старт ракеты, которая несла искусственный спутник Земли с полигона Тюратам, который потом стал известен под названием Байконур. Именно в недрах радиоразведки было создано новое космическое подразделение. Оно развивалось параллельно с работами по спутнику «Зенит-2». За год до его первого полета, в 1961-м, был развернут Центр космической разведки, или официально Центр военно-технической разведки. Все, что связано с этой частью Главного разведывательного управления Минобороны, до сих пор тайна за многими печатями, начиная с личностей руководителей космической разведки. Исключение составляет ее первый начальник, генерал Петр Трофимович Костин, занявший свой пост в 1961 году. Он проруководил этим центром 12 лет. И, в общем-то, он считается, и так по-настоящему, создателем нашей космической разведки. Петр Трофимович Костин – личность достаточно интересная и колоритная. Он родился в 1916 году в Пятигорске. Приехал поступать в Ленинград и поступил в Ленинградский политехнический институт. Со второго курса перешел в электротехническую академию, которая сейчас в Ленинграде называется Академия имени Буденного. Как так получилось? Вот он студент, перешел, значит, в электротехническую академию, на что он очень хорошо сказал по этому поводу. Вот студент политехнического института в Ленинграде в те 30-е годы получал 62 рубля стипендии, а первокурсник электротехнической академии получал 470 рублей, а второкурсник 600 с лишним рублей. То есть вы понимаете, какая разница? Как тогда отечество заботилось о своих, так сказать, офицерах, о своих командирах. Сергей Павлович Королёв не любил заниматься военной тематикой. Его притягивали научно-исследовательские программы, идея космической экспансии, выведение человека на орбиту, освоение Луны и Марса. Руководство страны видело это и постепенно начинала создаваться отдельная структура, уже независимая от Королёва военная космонавтика.
Дело перехватил Дмитрий Ильич Козлов. Козлов Дмитрий Ильич – один из ведущих создателей советской военно-космической техники. Родился в 1919-м. 1946 года сотрудник комиссии по изучению немецкой ракетной техники. Работал под руководством Королева. В 50-х годах ведущий конструктор тяжелых ракет, в том числе Р-7, первой в мире межконтинентальной ракеты. В рамках военно-космических проектов взял на себя функции доведения носителей, создания спутников фото, радиолокационной и телевизионной разведки. Если брать за единицу продукции, я бы сказал, что наши спутники были дешевле по изготовлению, по производству. Но это было связано с многими причинами. Во-первых, мы все-таки использовали дешевое сырье, которое у нас было в изобилии. Но это не для, естественно, при изготовлении самих спутников, а для изготовления материалов, из которых потом изготавливали спутники. Это первое. Второе, это то, что заработная плата рабочих и инженеров, которые участвовали в производстве спутников, была даже в те годы гораздо ниже, чем в Соединенных Штатах. Поэтому их спутники были, ну, если не на порядок, то в несколько раз дороже наших. Тем более, что наши спутники, ну, производились довольно большими сериями, а серийное производство – это всегда дешевле. В 1966 году для запуска фотоспутников стали использовать Плесецкий космодром в Архангельской области. Его построили для боевого дежурства межконтинентальных ракет Р-7. Это позволило увеличить количество пусков до 29 и более в год. «Зениты» были короткоживущими спутниками, всего 8-10 дней работы на орбите. И это вынуждало запускать их в огромных количествах. Уже в середине 70-х каждый год происходило до 35 пусков. Конечно, при такой интенсивности стартов и полетов не обходилось без аварий. Случались и курьезы с разведывательными материалами, которые спускались с орбиты. Существовали самые различные истории о том, как вот промахивались кассеты, попадали в какие-то места, в которых не должны были попасть. Тонули, попадали в какие-то деревни, в которых люди их принимали за НЛО, там, за падение каких-то аппаратов. И таких историй довольно много, но попасть в руки противника они не могли, потому что система эта была снабжена системой самоподрыва. А вот американцы не могли похвастать тем, что их капсулы с фотооборудованием всегда попадали в нужные руки. В 60-х годах два спутника «Корона», летавшие как научные по программе прикрытия «Discoverer», оказались трофеем советских спецслужб. По нашим сведениям, значит, оба спутника упали на территории Советского Союза и были приватизированы местными жителями, которые вытащили оттуда фотопленку, ее, значит, как сказать, засветили и стали использовать в каких-то утилитарных целях, ну, как, пока не приехали люди из органов. При огромном количестве пусков общее время работы на орбите фотоспутников достигало 400 дней в году. Если же возникали международные кризисы, крупные войны, интервалы между запусками приходилось сокращать. И тогда частота пусков приближалась к пределу возможностей их серийного производства. Так было во время конфликта с Китаем в марте 1969 года. Только за один месяц стартовало 10 разведывательных спутников. Недостатком спутников фоторазведки все же было то, что между съемкой и ее анализом на Земле проходило несколько дней. В условиях стремительно меняющихся событий подобная информация быстро утрачивала актуальность. Тем более забавно, что обычный человек уже поверил в тотальную слежку из космоса и ее всемогущество. В этом большая заслуга шпионских романов и фильмов о разведке. Стало принятым считать, что со спутника видно все, что угодно и когда угодно. Что-то же должно остаться там для фантастов, для кинематографистов. Заманчиво было бы отслеживать человека, видеть его лицо, мимику, жесты, узнавать, какие документы он там читает у себя, сидя в шезлонге на отдыхе, но... К сожалению, это невозможно.
Рассмотреть, что человек вот сидит в шезлонге, да, теоретически это можно при состоянии определенной атмосферы, когда она прозрачна, когда соответствующее освещение, там угол наклона объектива, это можно. Но вот что вот он читает, ну нет, это фантастика. Но политикам и военным требовалась не имиджевая, а настоящая эффективность космической разведки. Во-первых, старались серьезно улучшить возможности фотоспутников. Во-вторых, увеличили число фотокамер и спускаемых капсул с материалом. Быстро развивалась телевизионная техника. Она уменьшалась в габаритах, весе, становясь пригодной для работы в космосе. Конструкторы работали, не покладая рук, над новыми поколениями орбитальных шпионов. Второй этап, это, наверное, с конца 90-х до середины 70-х годов. Ой, с конца 60-х до середины 70-х годов. Это когда, во-первых, космические системы стали не узкоспециализированными, а стали комплексными. То есть они одновременно на одной и той же платформе размещалось оборудование для решения, хотя и схожих, но нескольких задач. А второе, то, что начался переход от как бы одноразового использования этих космических систем к многоразовому, а именно вот переход к телевизионным каналам связи, к передаче картинки. Тогда же появились новейшие спутники с радиолокаторами на борту. Они могли видеть сквозь облака, что было невозможным для фотоспутников. Они круглосуточно снимали поверхность Земли и передавали свою информацию по защищенным линиям связи. На Земле строились пункты приема и анализа данных. У нас переход к таким системам произошел в год Московской Олимпиады, в 80-м. Американцы чуть пораньше начали этот переход. Ну, просто учитывая уровень развития их электронной базы, электроники всей, это им позволило сделать. Но сейчас уже, хоть эти вот спутники с возвращаемыми баллистическими капсулами, они использовались довольно долго, но можно говорить о том, что вот во второй половине 80-х годов космическая разведка перешла на непрерывную передачу сигнала из космоса вот по телеканалам. Сейчас, естественно, это цифровые каналы, тогда были аналоговые. Военные пытались придумать способы защиты от космической разведки. Выясняли время прохода чужого спутника над районами испытаний или развертывания нового оружия и пытались прятать его к этому времени. Делали сложные районы с макетами техники, ракет и самолетов. Но это помогало только в первые годы космического шпионажа, когда спутников было еще не столь много, да и их возможности были ограниченными. Например, в Балаклаве к моменту прохождения американских спутников все лодки или заходили в подземное скальное укрытие, или наоборот отходили от скального укрытия, закрывались оба входа в это скальное укрытие на 7 подводных лодок, а другие лодки отходились, накрывались маскировочными сетями. Но инфракрасное излучение туда проникает и может быть обнаружить находящиеся там скопления живой силы противника, может быть какие-то объекты, которые тоже излучают тепло. Ну, это вот аналогично тому, что когда та или иная местность скрыта облаками, тогда оптическая разведка становится невозможной, но действует инфракрасный диапазон, который позволяет что-то увидеть. А современные методы компьютерной обработки позволяют увидеть еще больше. Советский Союз, как правило, технически отставал от Соединенных Штатов. Особенно электроника и элементная база. Но, несмотря на это, нашим инженерам удавалось порой создавать удивительно оригинальные и эффективные системы космического наблюдения. В 70-х годах в их ряд встала система «Легенда». Ее основу составил радиолокационный спутник, следивший за военными флотами в Мировом океане. Ну, они были низкоорбитальные, достаточно массивные, нуждались в серьезном источнике питания, но использовать солнечные батареи для них, к сожалению, было невозможно, потому что они ходили по низкой орбите, а там для этих нужд нужны действительно большие солнечные батареи, такой широкий лепесток. И неизбежно они бы тормозились в этих слоях атмосферы.
просто бы падали. То есть фактически они были бы... А спутник радиолокационной разведки, он выводится надолго, в отличие от спутника фоторазведки. То есть на действительно большой срок. И было принято решение делать вместо солнечных батарей для снабжения спутника, его систем, радиоизотопный генератор. Таким образом, спутник нес в себе ядерный реактор энергопитания и мог передавать информацию не только на командные пункты, но и на корабли океанской зоны, включая атомные подводные лодки. Но самое главное, все происходило в реальном масштабе времени. Это был серьезный козырь против американского общего превосходства на море. По сути, Советский Союз создал разведывательно-ударный комплекс, смертельно опасный для американских авианосцев. Советские корабли и лодки с ракетами «Гранит» и «Базальт» могли через спутник видеть противника, оставаться для него невидимым и в случае войны уничтожить его, не входя в зону обороны авианосной группы с расстояния 500-600 километров. Однако спутники системы «Легенда» с радиоактивным источником энергопитания принесли Советскому Союзу осложнения международного характера. Один упал над Тихим океаном, но это был еще полбеды, а когда спутник упал над Невольничьим озером в Канаде, там начались уже скандалы, потому что там чуть-чуть, на копейку была повышена радиоактивность, причем в пустынном абсолютно районе, где вообще никого нет, это север Канады, безлюдное место. Тем не менее, западная пресса подняла шум, что радиоактивное заражение и так далее, и так далее, из-за вот этих ядерных источников энергии. В целом, легенда отлично справлялась со своими делами. Ее звездным часом стал конфликт между Англией и Аргентиной из-за Фолклендских островов в 1982 году. Советских военных очень интересовали новейшие приемы и способы ведения войны британской армии, второй по значимости военной машины в НАТО. Наибольшую эффективность этой системы показала летом 1982 года во время англо-аргентинского конфликта за Фолклендские острова. Советское руководство и генеральный штаб знали даже точное время наступления английских войск. Наличие у России этой системы вызвало озабоченность в Соединенных Штатах. И именно спутники из состава «Легенды» они объявили одной из стратегических угроз. Но систему противодействия американцы так и не создали. К концу 60-х советская космическая разведка готовилась принять совсем уж невиданное подкрепление – военную пилотируемую станцию. Она получила имя «Алмаз» и считалась многоцелевой для решения научных и оборонных задач. У нас это направление получило активное развитие в ОКБ-52 Владимира Челомея, выдающегося советского космического конструктора, который предложил вот создать боевую станцию, которая могла бы осуществлять непрерывное наблюдение за поверхностью, то есть космонавты на борту этой станции, находясь в достаточно комфортных условиях, могли бы вести наблюдение за поверхностью через определенную оптику, фактически телескоп огромный стоял, в который они наблюдали. При этом они могли бы наиболее интересные объекты, казавшиеся им интересными, сразу тут же сфотографировать, тут же проявить пленку и выбрать из тех снимков наиболее удачные и отправить их уже с помощью телевидения своим начальникам на Землю, в ЦУП. Считалось, что «Алмаз» станет более совершенным космическим разведчиком, чем спутник «Зенит». Во время проектирования станции исходили из того, что у Соединенных Штатов могут появиться космические перехватчики. Поэтому позаботились о мерах защиты «Алмаза». Его оснастили вот этой автоматической пушкой калибра 23 мм. Для маскировки «Алмаз» назвали «Салютом». А первые готовые корпуса пришлось передать на научные нужды. И поэтому военные варианты полетели не в 71-м, как это планировалось, а на несколько лет позже. На них побывало несколько экипажей, и они действительно занимались разведывательной деятельностью, то есть проводили фотографирование интересующих районов земного шара, там же на борту проявляли пленку, там же на борту проводили первичный анализ. И также вот в качестве
возвращения на Землю наиболее ценных материалов предполагалось использование баллистических капсул. «Салют-3», который был запущен в 1974 году, на котором побывали военные космонавты Попович и Артюхов, и они проводили там именно все исследования, которые, для которых, в общем, и создавался «Алмаз». То есть они снимали Землю, извели огромное количество пленки, как раз изучали различные военные объекты на Земле и докладывали о них своему военному командованию. Парадоксально, но на пике холодной войны спутники-шпионы послужили делу укрепления стабильности. Они помогали взаимному контролю за вооружениями и стратегическими силами сторон. Американцы по своим закрытым оценкам считали, что общее военно-техническое превосходство в их руках. На этом фоне наш специальный космос выглядел на равных. Превосходство же наше было в 5 сферах из 31. 2 из них в космической области. Это противоракетная оборона и уничтожение космических спутников. А в остальных в космической сфере, в остальных областях космической сферы был между СССР и США приблизительный паритет. Одна из серьезных попыток превзойти Соединенные Штаты в космосе была предпринята после смерти Сергея Королева. Его преемник Василий Мишин занялся разработкой военно-космического корабля «Союз-ВИ». Аналогичные работы вел и Дмитрий Козлов в своем Куйбышевском КБ, создавая принципиально новый боевой корабль-перехватчик спутников «Звезда». Считается, что они, как и некоторые другие революционные военные проекты, пали жертвой политики разрядки Брежнева и Никсона, начавшейся в 1972-м. Это была как бы конкурентная разработка, а поскольку Мишин был как бы ближе, он был в Москве, то ему удалось доказать военным и правительству, что его корабль будет лучше, тем более, что он будет использовать уже существующий, ведь Козлов создавал фактически новый корабль, а Мишин предлагал использовать уже существующий «Союз» для военных целей. Все эти корабли, «Союз-ВИ» и «Звезда», снабжались соответствующими средствами по уничтожению, там предусматривались различные ракеты, управляемые, неуправляемые, для поражения вражеских спутников, просто системы залпового огня, пулеметы даже использовались космические. То есть все это находилось в разработке, а потом это все потеряло актуальность, и в результате ни тот, ни другой корабли так в космос и не поднялись. На протяжении полувека Советский Союз и Соединенные Штаты боролись за военное превосходство в космосе. В 1991 году, на пике советского военного могущества, общий вес космических аппаратов, выведенных на орбиту, был в 10 раз больше, чем у США. Аналитики ЦРУ, правда, отмечали, что это не очень важный показатель, поскольку США использовали миниатюрные спутники, благодаря лучшему качеству микроэлектроники. В наше время зависимость вооруженных сил от космоса постоянно растет. А космическая разведка – вещь дорогая. Ну, сколько это может стоить? Вот, например, по американским данным, для получения красивой сербской картинки сербского или афганского объекта потребовалось запустить несколько лакросов. Значит, стоимость их в зависимости от комплектации от 500 миллионов до примерно 1,5 миллиарда долларов. Значит, огромные деньги, но если учесть срок жизни таких спутников, а некоторые спутники, которые летают на высоте примерно 180 до 300 километров, живут около 4 месяцев. На такие деньги можно завербовать всех террористов, включая Бен Ладена. Сегодня космос считается центром военной стратегии будущего. Кроме военных, космос будет все больше привлекать и коммерческие структуры, поскольку многие отрасли современной экономики немыслимы без использования спутников. По прогнозам, в ближайшие 5 лет мир затратит на космические программы 600 миллиардов долларов. Будет запущено от 1 до 1,5 тысяч новых спутников. Многие из них будут военными. Поэтому космический глаз станет еще зорче.